До начала учебного года остается совсем немного времени. Косметический ремонт проведен в каждой школе. В 16-ю среднюю школу, что на Скобином поселке, 1 сентября придут 840 ребят. Из них 92 первоклассника. Асфальт на школьном дворе не обновляли со времен постройки здания. Этой осенью школа отметит полувековой юбилей. Ну, вот видите, вся школа у нас теперь стала с огромной территорией. За сколько наасфальтировали? 4 миллиона. За два летних месяца здесь отремонтировали раздевалки, в коридорах сделали подвесные потолки, поменяли плитку, покрасили стены, провели противопожарную сигнализацию. По просьбе родителей сделали парковку для велосипедов. Школа сейчас, конечно, живет непосредственно той мыслью, что скоро, вот уже совсем немного, и скоро 1 сентября. Детей, родителей, учителей встретит школа со светлыми чистыми классами и, конечно, с большим ремонтом. Воплотилась наша мечта. Проведено асфальтирование всей школьной территории. Готовность сельдево-посадских школ к началу учебного года проверил глава района Михаил Токарев. В 5-й гимназии отремонтировали актовый зал. Каждый руководитель, каждая школа знала свой план действий, свой объем работ, что они должны были за два месяца сделать, чтобы на 1 сентября детишки пришли уже в такую обновленную новую школу. Глава района побывал и в школе номер 7. К новому учебному году здесь привели в порядок спортзал. На ремонты только образовательных учреждений потрачены средства в размере 160 миллионов рублей. Если говорить о сумме подготовки школ к новому учебному году, то это 260 миллионов рублей. Конечно, на эти средства проводились большие работы, и мы сегодня уже видим результат по некоторым объектам. 1 сентября свои двери откроют 52 школы района. Несмотря на выходной день, первый звонок никто не отменял. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».